В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета прошло совещание по обмену опытом проведения молодежных мероприятий антикоррупционной направленности в вузах. Подробности далее. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в вузах Татарстана проводятся мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к подкупу. На совещании в зале попечительского совета Казанского университета были обозначены проблемы, возникающие в образовательных учреждениях. Существует целый бизнес, теневой бизнес, наверное, бизнес, который направлен в первую очередь на подрыв системы образования, это продажи дипломов. Определенные заказы достаются родственникам, двоюродным братьям, сестрам, иногда и родным на выполнение каких-то работ, например, распечатывание методических рекомендаций, поставление какой-то печатной продукции в высшее учебное заведение. Важную роль в предотвращении коррупционных прецедентов играет информирование всех слоев населения, начиная со школьной скамьи. Студенты, как наиболее социально активная группа, были приглашены к диалогу с представителями вузов и администрацией республики. Министерство по делам молодежи – это министерство диалога с молодежью. И как раз студенческие антикоррупционные комиссии уже много лет доказывают о том, что есть такой инструмент коммуникации между нами, между руководством вузов по тем вопросам, которые вызывают иногда спорные моменты, иногда неинформированность, иногда недопонимание, иногда какие-то серьезные моменты, которые мы дальше совместно разбираем. Но от вас зависит эффективность этой площадки, потому что диалог не только должен быть идти со стороны руководства вузов, но и со стороны вас. В Казанском университете также проводятся работы по предупреждению и профилактике коррупционных проявлений. Со стороны КФУ в совещании принял участие проректор по общим вопросам Ришат Гузейров. Ариадна Кугушева, Булат Садыков, Универньюз.